Онлайн-магазин міні-тракторів. Великий вибір техніки китайських, японських та європейських брендів. Якісний сервіс та гарантія від заводу-виробника. Шукай наш сайт «Мінітрактор.Укр» або переходь за посиланням в описі під відео. Друзі, швидкий, коротенький обзор мототрактора «Форте». Сразу попрошу людей, кто относится с каким-то предубеждением к мототракторам, выключить это видео, потому что я напоминаю, что это не самая супер надежная техника, мы всегда про это открыто говорим, это не всегда супер какое-то супер качество, но это адекватный вариант, на котором можно работать, если грамотно обслуживать, если руки стоят не так, а, как говорится, нормально, если есть опыт эксплуатации какой-то того же мотоблока, то это вариант, который реально облегчит вам жизнь. Какого хера доллар падает? Вот сейчас за моей спиной самый низкий курс за последние там несколько лет, да? И цены на все не падают, а наоборот дорожают. Мы занимаемся сельхозтехникой, да, и типа нас там пишут в комментариях спекулянты, короче, наживаете, все эти видео я вам накину, а вы, соответственно, уже пишите свое мнение. Так, первый пункт, я думаю, и были месяцы, когда мы просто тупо выживали, мы доедали, бляха, мивину, реально, с кипятком. Этот год, конечно, да, это просто пиздец. Облегчит вам какие-то сезонные работы в вашем огороде, на вашем участке. У нас есть достаточно таки большой выбор этих самых мототракторов. Как мы видим, это уже с номинальным 18-сильным двигателем 1.5 идет агрегат на узких колесах. Это идет базовая, по-моему, ДВшка. Да. Вот я вижу, показываю вам ее. 20 лошадиных сил идет по максимальной мощности в этом мини-тракторе 2021 года. В четвертом месяце он привезен в Украину. Видим, что дистрибьютор компании ДТЗ, что завозит HPX, завозит ДВ-244 полноприводные, кентавры и тому подобную технику. Вот, в наличии есть такие трактора, отличается невысокой себестоимостью, отличается хорошим комплектом, что у вас сразу идет фрезопух, одноточечная система крепления навесного механизма, вот такая, ну, тут как бы ничего сверхъестественного нового я вам не покажу, но тем не менее, это как бы замена тому же самому мотоблоку. Вот так техника выглядит еще, когда она на линии сборки идет. То есть идет рама, идет коробка передач, идет передний мост, обычная рулевая рейка. Вот, обычная 6 плюс 2 коробка. Ременной привод на блок двигателя. Вот, опять же, такие обычно идут блоки мотора. Вот идет 1.05, который стоит. Вот, как говорится, как он приходит, выходит с ящика, достается. Вот, есть много модификаций, опять же, мототракторов. Форты, ДВ, кентавры. Позже каждый подбирает себе по каким-то там нюансам, которые ему важны, там, такие как там ширина колеи, регулируется, не регулируется, все эти вещи. Хотя сейчас во всех уже тракторах идут и регулировка колеи, и идет адекватная задняя ось. Там можете подобрать себе там шире уже резина, там как расположен насос гидравлики, распределитель, простите, подъемно-опускание гидравлики, сколько идет шкивов на ремне, какие мелочи, но базово они очень все похожи. Ну и там либо, опять же, 20, 18, 20 сил, либо 12, 15 лошадиных сил, подобрать себе под ваши нужды, под ваш участок земли, чтобы не за слабый. Вот. На технике можно работать. Техника вся тестируется, проверяется перед отправкой. Вот. Подробнее вы можете узнать на нашем сайте и цены на трактора, и наличие на складе, и за сколько можно привезти и заказать. Также есть полноприводные трактора, большие, те же самые кентавры, это тот же завод, поставщик ДТЗ. Эти трактора раньше назывались ДВ, сейчас называется кентавр. Вот.
Навесное оборудование, прицепное тоже в наличии. В общем, все смотрите на сайте. Цены все есть внизу тоже в описании. На сайт заходите, ищите нужную модель, смотрите цену на нее. Вот. Это был канал Мини-Трактор. Подпишитесь, кому интересна тема сельхозтехники, кто собирается сейчас или в будущем приобрести себе такого помощника. Мы вам реально посоветуем, расскажем, подскажем, что для вас будет лучше в вашей конкретной ситуации. Вот. Всем счастливо, удачи, пока.